мода. Зима на канале Шопен-шоу. А мне очень нравится сегодня проводить эксперименты. Сегодня я хочу предложить вам дутики, которые подойдут вам и в хрустящие морозы, тогда, когда вы идете, и снег хрустит, и в погоду, когда у нас наступает оттепель. Ведь как важно, чтобы у вас были сапоги универсальные на любую погоду. Поэтому сегодня дутики будут радовать вас и в зимний период, и в осенне-весенний. Зимняя сказка какая-то. Вы видели такую обувь, которая все капризы погоды абсолютно переживет и останется... Выйдет, так сказать, сухой из воды. Сегодня наши дутики. Именно такое предложение. Это зимняя сказка. Цена распродажи 1199 рублей. И посмотрите, совсем не боятся воды. Ань, скажи, пожалуйста, а внутри так же сухо и тепло? Вот а давай мы с тобой проведем эксперимент. Я даже не буду доставать наши сапожки из аквариума. Прямо так? Да, хочешь, сама проведи для чистоты эксперимента. Предлагаю тебе поместить сухую салфетку внутрь нашего сапожка, наших дутиков, и убедиться в том, что ножки ваши будут сухие. Слушай, вот я... А как важно, Лен, как чтобы... там тепленько все. Вот видите, тепленько. Где у меня вот пальчики, да, они где-то вот здесь, вот, не знаю, заметно или нет. Так, вытаскиваем, руку вытаскиваем. Итак, внимание. Вуаля! Абсолютно сухая салфетка. Сухая салфетка. Посмотрите со всех сторон. А значит, и нашим ножкам будет так же комфортно. Да, Леночка, а ведь самое главное, чтобы действительно в то время, когда у нас мокрый снег, слякоть на дорогах, мы оставались с вами в сухом тепле. Поэтому сегодня вы приобретаете для себя, помимо того, что комфортную обувь, которая будет заботиться о вашем здоровье, так еще и посмотри, какая стильная и дизайнерская модель. Очень красивая. Слушай, я вообще всегда любила дутики, но никак не могла выбрать для себя. Сегодня я нашла свою зимнюю сказку. У нас распродажа 1199 рублей цена. У нас есть 4 цвета на выбор. Мне очень нравится белоснежный, знаешь, как у Снегурочки. Да, Лена, ты знаешь, что в этом сезоне белая обувь очень популярна. Сегодня многие соглашаются именно на белоснежную обувь, потому что понимают, что сегодня белая обувь создаст нам настроение. Посмотри, как весело и празднично смотрится наша Ксения именно в белых дубах. Но помимо того, что многие выбирают белые цвета, давайте выберем, какие еще у нас есть расцветки. Кстати, ты обратила внимание, любой вариант, какой бы ты ни выбрала, будет украшен снежинками. Да. И эти снежинки останутся навсегда с нами, потому что здесь у нас с вами рисунок, который никогда никуда не денется. Итак, черный цвет – это классика, подойдет под абсолютно разные ваши ансамбли. Далее темно-синий цвет, также становится универсальным, и фиолетовый, яркий и сочный. Я знаю, Леночка, что ты выбирала для себя именно этот цвет, он тебе очень шел под бордовый Вот посмотри, а я еще знаю, что в прошлом эфире, в предыдущем, цена была гораздо больше. И вообще уже завтра, когда распродажа закончится, цена дутиков будет практически 3000 рублей. И прямо сейчас, на ваших глазах, в предыдущем эфире, цена упала. Ну, а сейчас вы видите, что скидка больше, чем цена, и цена распродажи 1199 рублей. Кстати, белый цвет в 40-м и 41-м размере закончились. Вообще у нас размеры от 36 до 41-го. Поэтому дозванивайтесь прямо сейчас и выбирайте свою расцветку. Расцветку выбрать сегодня очень просто, точно так же, как и свой размер. Сегодня у нас размерный ряд от 36 до 41-го. Я вам рекомендую выбрать на один размер больше. Именно тогда ваша ножка почувствует себя невероятно комфортно. И, конечно, как вы уже обратили внимание на экране, у нас с вами 8-я полнота. А именно она отвечает за комфорт наших пальчиков, за то, что мы с вами сможем без устали гулять целый день. Вы любите ходить на прогулки? Вы любите гулять с внуками, со своими детьми? Или, может быть, вы много времени проводите со своим домашним питомцем на улице? Не беда. Дутики «Зимняя сказка» вам сегодня помогут. Любая погода, не забывайте, либо это слякоть, либо это холода. Согреют вас наши дутики. Слушай, ну вот чем могут согреть? Я знаю, что в дутиках вообще всегда есть синтепон, но эти дутики, они с двойным утеплителем, как он называется? Да, Леночка, здесь у нас с тобой двойной утеплитель, хотя дутики очень аккуратно сидят на ноге. Сразу вам показываю и съемную стельку, которая будет вас согревать. Мне нравится, что здесь также у нас с вами ворс густой, который нас согреет. И мне также нравится, что после того, как вы его просушите, щеточкой его слегка расчешете, и он опять будет сохранять свои тепловые свойства. Заглядывая на изнаночную сторону нашей стельки, хочу обратить ваше внимание,
внимание на то, что сама поверхность основы стельки выполнена из пористых материалов. Что такое пористые материалы? Так это же внутри множество пузырьков воздуха. Именно они и будут вас согревать. Посмотрите, какая мягкая, приятная стелька. Даже сейчас видно эту пористую поверхность. Замечательная стелька, но помимо стельки, конечно же, нас с вами согревает и сам мех. Мех, который нас будет греть, также густой, плотный. Именно плотность отвечает за качество наших тепловых качеств. Итак, густой мех между баллоневой тканью и мехом у нас с вами синтепоновая прокладка, которая дарит нам вот эту невероятную мягкость и дарит, конечно же, нам тепло. Мне нравится двойная защита для нас, неподражаемый комфорт, легкие, просто безумно, как пушиночки на ножках. Я их абсолютно не ощущаю, в них даже попрыгать можно. И все это сегодня у нас в распродажу. 1199 рублей. Я вам прошу вас поторопиться прямо сейчас сделать заказ, потому что, например, белый цвет уже в 37 размере закончился, а фиолетовые, как на мне сейчас, закончились в 39. Ой, а там остаются три пары. Три пары в 39 всего лишь осталось, поэтому дозвонитесь. Это у нас новогодняя распродажа. Цены подарочные. Посмотрите, абсолютно. Аня, вот знаешь, какой вопрос тебе хочу спросить? Например, подруге хочу сделать подарок, подарить зимнюю сказку. Но у нее нога полнее, чем моя. Да знаешь, Леночка, подойдет. Это однозначно подойдет на полненькую ножку. Сантиметром мы сейчас с вами замерим обязательно ширину. А пока что хочу вам показать, что у нас с вами очень удобно и комфортные варианты, как мы с вами будем обуваться. Потому что здесь у нас с вами прекрасная вставка. Она увеличивает объем наших сапожек на 10 сантиметров. В принципе, даже если у вас ножка пухлая, вы можете и не застегивать. Такая ткань баллоневая не будет пропускать ни снег, ни влагу. Итак, давайте произведем небольшие замеры. Для того, чтобы определиться, насколько они нам с вами подойдут, мы должны взять в руки сантиметровую ленту и измерить, во-первых, высоту. Для чего мы с вами измеряем высоту? Для того, чтобы понять, на каком уровне мы с вами будем измерять объем. Итак, 26 сантиметров у нас высота до подошвы, а вы отмеряете от пола. Поднимаемся с вами выше и производим замеры в застегнутом состоянии. Я застегиваю клапан и произвожу замеры, сколько у нас с вами будет объем нашего сапожка. Итак, смотрим внимательно. 41 сантиметр, 40,5. А давайте посмотрим, насколько увеличится. Еще раз расстегиваю. Кстати, сразу обратите внимание, молния сама по себе расстегиваться не будет. Надо приложить усилия, чтобы ее расстегнуть. Итак, внимание, плюс 10 сантиметров. Вы сосчитали, что фактически 50 сантиметров в объеме. 25 сантиметров от пола и объем 50 максимальных сантиметров. Да. Значит, Леночка, твоей подруге Конечно. Такие сапоги обязательно подойдут. Спасибо большое. Даже Танечка сейчас посмотрела, действительно, у нас остается столько запаса, даже вы можете заправить еще какие-то теплые штанишки внутрь. Свобода есть, свобода позволяет нам с вами комфортно, нам с вами тепло, и при этом еще и бюджет домашний не страдает, потому что сегодня у нас в нашем обувном бутике большая новогодняя распродажа. 1199 рублей за зимние дутики. Это настоящая зимняя сказка, поэтому дозвонитесь прямо сейчас. Звонки абсолютно бесплатно из любой точки России. Ну, а зимняя сказка настолько легка, настолько она согревает, настолько она мягкая и податливая. Вот знаешь, только один вопрос, Аня, у меня к тебе еще есть. Вот, например, у моей мамы, у нее шишечка очень большая, есть именно на большом пальце. И вот нога такая тоже у нее полноватая была. Ей тоже неудобно именно из-за косточки. Да, из-за косточки. У нее очень сильно именно на нее давит. Лен, и получается болезненное ощущение. Ну вот посмотри внимательно. Мне вот хочется сразу у вас спросить, насколько комфортно вам пальчиком? Ведь здесь у нас с вами восьмая полнота. Каждый пальчик на своем месте. А вы так легко шевелите своей стопой. Поэтому здесь уже сразу видно, что вы надеваете на себя эти дутики. И вы чувствуете себя комфортно. Во-первых, в этом нам помогают двойные материалы. Здесь у нас с вами комбинируется и баллоневые материал, и точно так же эко-кожа, которая мягкая, приятная, комфортная. Она долго служит, не боится влаги и, соответственно, подстраивается под ваши параметры. Стоит только один раз надеть их на себя, и вы почувствуете, что именно такой пары обуви вам не хватало. Они вас понимают и сразу под вас подстраиваются. Кстати, помимо восьмой полноты, у нас с вами прекрасный подъем.
Вот, красота, очень удобно в них даже танцевать можете спокойно, потому что действительно они подстраиваются под нашу ножку, под нашу красоту. Единственный момент, у нас остается все меньше и меньше. Зимние сказки в наличии менее 200 пар на всю нашу огромную страну. И каждая хозяйка, каждая заботливая мама, каждая заботливая сестра и доченька хочет сегодня выбрать и дутики, зимняя сказка для себя и, конечно, для своих близких. Я, например, для дочери хочу взять и для мамы. А вы поторопились сделать новогодний подарок своим близким? Успейте, ведь это большая новогодняя распродажа. 1199 рублей, звонки бесплатные. Дозванивайтесь прямо сейчас.